Команда «Динамо» наш? Привет! Команда «Брось» наш? Привет! Сейчас, подожди, Мишань, подожди. Сейчас. Добрый день, уважаемые спортсмены, тренеры, судьи, болельщики. Сегодня стартует первенство Владимирской области по футболу среди команд второй группы. Первый тур. Встречаются команды «Динамо» Петушинского района и футбольный клуб «Вяткино» Судогодский район. Слово для приветствия команд предоставляется первому заместителю главы администрации Петушинского района Александру Владимировичу Курбатову. Да, добрый день. Приветствую всех болельщиков, приветствую команды на открытии первенства области по футболу. Желаю побед, яркой игры, чтобы в играх не было травмы, бескомпромиссной, ну и удачных результатов нашей команде. С праздником! И также слово предоставляется почетному гражданину Петушинского района Сасину Владимиру Михайловичу. Я присоединяюсь к тем поздравлениям, чтобы услышать. От своего имени лично, я от редакции районной газеты хочу поздравить вас с началом нового сезона. От гостей наших с дебютом в группе, так сказать, повышенной. Ну и пусть победит сильнейший. Мы, конечно, знаем, кто сильнейший, но не будем вперед забегать. Капитан команды Бряуза Михаил, Алексей Кирилл, Бесшапошный Алексей, Бобров Александр, Богатов Алексей, Исаев Евгений, Казанский Юрий, Кабаев Алексей, Малышев Михаил, Динамо, Грачев Дмитрий, Запрудских Игорь, капитан команды Костиков Павел, Клочнев Андрей, Субботкин Артем, Евсенков Артем, Рябов Илья, Доронин Кирилл, Дединов Виктор, Наумов Александр и Крючков Александр. Да, это тот, любая сладкая.
Выходи! На поле выходит Гаджиев Александр. Да. Желтую карточку получает игрок команды Вяткина. Один, Илья, один, разворачивайся, двигай, двигай, Давай. Сейчас, Влад, я не разрешаю играть. Нет. Я сейчас пойду Владу расскажу. Друзья, рука, ты была. За середину. Замену производит команда Вяткина. Давай!
Серега, Андрей, дай на ухо, дай на ухо. Один, один. Забивает команда «Динамо». Третий номер. Молодцы сделали. Давай. Маму.
по игре? Матч окончен. Победу одержала команда «Динамо» со счетом 1-0.